Глава Евросовета Дональд Туск сегодня дает показания по делу о крушении Ту-154 под Смоленском. В той авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский, а сам Туск тогда был премьером страны. Сегодня у здания Национальной прокуратуры его встретила группа сторонников. Следственные органы намерены выяснить, почему опознание тел доверили российским специалистам. По их мнению, это привело к многочисленным ошибкам. Останки погибших оказались перепутаны. Авиакатастрофа произошла в 2010 году. Самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку. Тогда погибли 96 высокопоставленных политиков Польши. Главный оппонент Туска, родной брат Леха Качинского, считает, что глава Евросовета должен нести ответственность за трагедию. Но сам Туск свою вину не признает.